Всем привет! С вами Надежда на моем канале «Страничка Надежды». Очередной влог. И сегодня я вам расскажу, как прошел наш день. Что у нас нового? У меня радостное событие. Именно у меня. Я приобрела очень нужную вещь. Хотя нужная вещь для детей, но радуюсь я. Все никак не могу нарадоваться. У меня, в общем, сегодня очень хороший день. Поделюсь с вами своей радостью, так сказать. Я заказала на eBay. Это то место, где я заказываю все. Все, что можно заказать. Заказала две посылки. Большие, крупные. Пришли они в течение 3-4 рабочих дней. Потому как страна небольшая, Британия. Все доходит приблизительно за этот срок. Ну, в принципе, eBay гарантирует, что доставка будет в это время. В общем, мне за 3 рабочих дня доставили 2 хорошие посылки, очень нужные, очень важные, а в них 2 матраса. Представляете? Я, честно говоря, не была удивлена, что они так упакованы. В общем, смотрите, как это было. Я хочу открыть коробку. Сейчас коробка ждет, когда мы коробку откроем. Я, в принципе, знаю, что в них это, скорее всего, матрасы. Но мне, честно говоря, странно думать, что они вот в такой квадратной вот как бы коробке. Я думала, что матрасы будут в разложенном виде, как бы. Ну, 2 коробки, я ничего не заказывала, кроме матрасов. Я предполагаю, что это матрасы. Мне, честно говоря, даже страшно открывать, что там. Мне одна из зрительниц посоветовала, дала такой классный совет, что между рядами, где картошку я посадила на дальнем участке, можно засеять вот эти вот ряды какими-то сидиратами. И потом их срезать, может быть, и класть в ряды, а может быть, так и оставить, посмотрим. Я заказала семена, по-моему, 0,5 килограмма, мне кажется. Или нет, 400 грамм. 300 грамм. 300? Разве 300 грамм заказала? 300 грамм семян вот таких вот. Семян горчицы. Смотрите, белая горчица. Вот такие семена. Спасибо той зрительнице. Такой классный совет. Сама я что-то не додумывалась, что можно вот такие вот семена посадить в междурядье. Стоило мне это все, вот эти вот 3 пакетика, 300 грамм, знаете сколько? 9 фунтов. Сейчас мы раскроем вторую посылочку. Я, честно говоря, даже не знаю, что в ней. А потом эту посылку. Ой, что это такое? Смотри. А, это твои штанишки, Агафья. А? Штанишки твои. Новые. Новые, да. Под платьишко тебе. Походит? Угу. Скажи спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. Какие ребята? Нет. Потому как у моих детей матрасы, на которых они спят, уже состарились, у меня матрас, хотя он такого же возраста, как и у детей был, но он был лучшего, видимо, качества, или не знаю почему, но он, в общем, не состарился и вполне хороший. Вполне на сегодняшний день нормальный, пригодный для спанья. Детские же матрасы совсем состарились, они, видимо, были хуже качества. Им уже 6 лет. То есть вот как я переехала в этот дом, я купила им двухъярусную кровать, которую потом разобрала на 2 одноярусные кровати. И вот этим матрасам 6 лет. Кстати, сейчас вспомнила, был у меня вопрос в комментариях, типа что-то подтверди, Надя, так это или нет, что в Британии выдают государственные дома в собственность, как-то так. Нет, не выдают собственность, но есть очень интересные такие условия, при которых выдают нуждающимся государственный дом. А условие такое, что ты его можешь выкупить через 3 года, прожив в этом доме, и ты можешь его выкупить, если не ошибаюсь, за треть цены. Как-то так вот, с большой, огромной скидкой. Но это тема другого видео, я вам тоже расскажу. Интересная тема. Просто сейчас вспомнила, вот такой был вопрос. Отвечаю, так сказать, в видео, что нет, не дают собственность, но условия такие, что ты можешь выкупить, в принципе, быстро выкупить дом, и этот государственный дом становится личным твоим собственным, как любая другая собственность. Ну, то есть, государственный дом, после того, как ты его выкупил, он такой же статус имеет, как ты купил у частного человека дом, и, то есть у них одинаковый как бы статус. Вернемся к нашим матрасам, которые были куплены Лешей и Мишей. Леша и Миша были куплены, а радуюсь я до сих пор. Ну, конечно, Леша и Миша тоже приятно, но им как бы это было не сильно, как бы, не то, что сильно важно, но какой-то радости особой они не испытали. А вот Агафья испытала много радости, потому что теперь у нее есть коробки.
большие хорошие коробки. Она, как любой ребенок, очень это любит. Это обеспечивает ей игру где-то на неделю, а может быть даже и больше. После того, как она с ними наиграется, я заберу эти коробки на дальний участок свой, где у меня картошка растет, и там застелю, чтобы не росли сорняки. В общем, коробки очень нужная вещь. Лёша! Иди сюда. Миша, сейчас будем раскрывать ваши матрасы. Я хочу увидеть, мам. Ой, что-то оранжевое. Они оранжевые, да? Да. Помогай. Ого, они тяжелые. А почему эти коробки, они такой тяжелые? Спасибо. А может быть, надо было, может, сначала наверх отнести, нет? Да. Он такой. Смотри, он реально большой. Он упакован. Смотри как. Давай его наверх сначала отнесем, потом мы сейчас его откроем, он как будто здесь раскроется. Да? Ты запаян. Ты запаян. На, Лёш, держи свой матрас. Давай тогда вторую коробку тоже наверх, да? Я хочу занести эту коробку. Альма, отходи. Заеду. Тяжелая, да? Зато будет удобно спать тебе. А то старый матрас, они уже потеряли форму, испортились. Сначала нужно старый матрас выбрать. Да, тоже... Так, давай вот это вот все снимай. Вот это вот. А вот это вот снимай. На, Леша, вот это вот осторожно, цветы не зацепи. Ой, смотри, сколько мусора. Смотри, как сломанная. Ага. Это куда мне? Ага, вниз. Вот так вот сложи, вот так вот. Неси вниз. Агафья, отходи скорее. Что, у меня? Так, вот это вот. У вас тут и балаганище, а? Леша, держись, ты че, чтобы по камере как не ударил. А как они это его упаковали? Вот вопрос, я вот не знала, упаковка вроде такая квадратная, как они его упаковали? Леша, держи сейчас, как сейчас как бабаку. Что мне держать? Не знаю, что, Леша, я убегаю. Мне очень страшно. Мне тоже. Ой, смотри, он шипит. А почему он шипит? А он воздух набирает. Он внутри, смотри, он внутри, похоже, еще эту упаковку мы убрали верхнюю, а он еще упакован в вакуумную упаковку. Да. Это я потрогаю. И вода холодный. А что такое сдувается? Он надувается, не сдувается. А он сам надувается? Да, поправь его ровненько. Так, давай мы сделаем дырочку, чтобы он быстрее не надувался. О, пошел, смотри как. Да дай мне два тоже эту дырочку сделать. А, смотри, а, все. Все, надулся, смотри, какой классный. Блин, какой классный. Леха, Люша, смотрите, какие у вас матрасы теперь. Так, доставай, пленку убирай. Он чуть-чуть на 5 сантиметров уже, чем тот, что был у вас. Но он как бы, я другого не нашла. На 5 сантиметров уже, да. Давай его на ту кровать двигай. Они одинаковые с двух сторон, да. А нет, не одинаковые. Все, вот так вот. Двигай. О, классно как. Слушай, он высокий, он очень высокий, да? Да, он выше. Он же может скатиться. Не-не-не, здесь бортик, вот, видишь? Ага. Слушай, а не видно, что он на 5 сантиметров, да? Смотри, вот здесь вот бортик. Не, он не нормально. Но, когда мы будем спать, он снизу. А, он на 5 сантиметров, не то, что он уже, а он в длину на 5 сантиметров, точно. Потому что кровать вот 1,80 м, а он 1,75 м. Так же, как вы помните, я купила ребятам и себе тоже, купила постельное белье новое. Поэтому мы застелили на новые матрасы новое белье. Но сегодня пришла еще одна посылка. Вот такая вот посылочка. И в ней
в этой посылке два матрасных защитника. Mattress protector. Не знаю, как это по-русски. В общем, это такое толстое, как бы такое мягкое покрывало с резиночками на четырех сторонах, и которое натягиваешь на матрас, а уже сверху потом простынку. В общем, вот две я заказала, потому что нужная вещь, все-таки матрасы. Хочется их сберечь как можно больше, дольше. В общем, Леша и Миша заказала два вот таких вот. Пришли тоже по почте. Вот, на картинке, может быть, если интересно. Вот так вот. Застелили мы новым бельем постельным, новую кровать. Как я говорила в прошлом своем видео, такой один постельный белье на одинарную кровать стоит 15 фунтов. В него не входит простынка, это обычно, то есть простынки в Британии покупаешь отдельно. Отдельно простынка и отдельно, как это, наволочка, да? И, то есть на подушку, на подушник, в общем, на подушку и на одеяло покрывало вот это покрытие. А простынку уже ты покупаешь сам отдельно. Просто кто-то писал в комментариях, о, типа дешево, а другой человек ему отвечал, что в Англии вот продается без простынки. Да, действительно, комплекты в основном продаются без простынок. Ну вот, теперь у вас новые постельки, новые матрасы. Попробуй, Миш, посидеть, как оно? Выше, да, стали матрасы, постели стали выше намного. Агафья хочет попрыгать, как всегда. Вот так вот, да? Лучше стало, правда? Высоко так? Ну, спасибо. Пожалуйста, да, классно. Сколько? Еще гора вот такая. Сколько стоили матрасы? Матрасы стоили... 65, по-моему, 65 фунтов каждый. Дорого. Ну, кровати новые покупать дороже. То есть я думала, может быть, кровати новые купить. Но выходило, что каждая кровать 300 фунтов. Я посчитала, лучше взять матрасы. А кровати пока пускай так будут. Такие, какие есть. Ну, то есть 300 фунтов, это вот вместе с матрасом. Кровать вместе с матрасом. Все, давайте это заберем вниз, вот этот мусор, чтобы он здесь не лежал. Теперь, когда у нас есть новые хорошие матрасы, постельное белье красивое, как я сказала, буду докупать еще новое постельное белье, потому что старое уже состарилось. Мне советовали порезать старое белье на какие-то тряпки для протирания там пыли, пола, еще чего-то. Я такое, честно говоря, не люблю. Так делала моя мама, я знаю, так делают. Я, честно говоря, не люблю это. Я не люблю кромсать, не люблю убирать дом старыми тряпками. Мне неприятно, не знаю почему. Старые тряпки, если они совсем старые, их надо выкинуть. Если они не сильно старые, я отдаю в благотворительность, магазин благотворительности. А убираю, мою, я покупаю специальные тряпки, мне так приятнее, потому что уборка дома все равно должна приносить какое-то, ну, если не удовольствие, то хотя бы не отвращение. Поэтому такой совет я не исполню. Старое белье все пойдет в магазин благотворительности, потому что оно, в принципе, хоть оно и старенькое, но оно чистенькое, оно нормальное, кому-то, может быть, пригодится. Так, матрасы есть. Что делать со старыми матрасами? У меня до сих пор этот вопрос не решен. Как бы я не знаю, что с ними делать, потому что если их утилизировать, как это делают многие, как делают, да, кто-то у себя просто в огороде сжигает матрас. Раньше я не понимала, почему люди сжигают у себя в огороде матрасы. Ну, как бы, ну, мне казалось это как-то дико. А теперь я понимаю, почему. Потому что, чтобы утилизировать один матрас, у меня друг как раз знакомый работает, у него, так сказать, работа по утилизации вот такого мусора. От людей забирает мусор и выкидывает на специальную свалку, где это все утилизируют. И вот, чтобы утилизировать один матрас, надо заплатить 80 фунтов. И это слишком, лично для меня слишком. Матрасы, которые я купила ребятам, стоил каждый 65 фунтов.
И если как бы матрас стоит 65, а утилизировать его 80, ну, как-то нет, я так не буду поступать. Не знаю, что я буду делать с этими матрасами. Может быть, я их просто положу под батут. Пускай лежат, потому что там место мне оно не нужно пока что. И пускай лежат, гниют там. Может быть, у меня такая идея просто порезать их, потому как это поролон такой, как бы необычный матрас без пружин внутри. Поролон просто. Может быть, я просто порежу ножом или ножницами на кусочки и потихоньку буду выбрасывать в серый бак. У меня есть серый бак, зеленый бак и коричневый бак. Это вот разный мусор сортируется. А серый бак, он такой общий, скажем так. И я вот могу потихонечку, понемножечку, потому что если полностью запихать два матраса в серый бак, то не будет места для обычного кухонного мусора, места не будет в баке. Поэтому по чуть-чуть, понемножку я, наверное, буду его разрезать и как-то вот так утилизировать. Но точно на свалку за 80 фунтов мне не повезу. Это причем цена, которую хотят люди на свалке, еще нужно его до туда довести, этот матрас. Ну, в общем, вот такие вот интересные цены. Незадолго, как начать это делать видео, я почитала комментарии под своим прошлым видео, и было довольно-таки много людей, которые задали вопрос, что же это такое вот за бэджик, что у тебя такое висит на шее, когда ты ходишь по магазину. Хочу объяснить, немножко рассказать, потому как у меня канал о Британии, мне кажется, это будет интересно, тем более люди спрашивают. Вот такой вот бэджик, на котором написано, что я освобождена от ношения закрывания лица, ну то есть от маски. Могу, в общем, не носить маску, скажем так. По британскому закону есть категория людей, которые освобождены от ношения масок. И я вот сейчас могу сочетать, это информация официальная с сайта правительства, это как закон, что ли, то есть вот так вот делаются дела в Англии, Британии, не в Англии, в Британии. Значит, кто может не носить маску? Люди, которые имеют определенный физический инвалидность физическую, которая создает им проблемы в ношении маски. Также люди, у которых астма и проблемы с дыханием, а также люди, которые общаются на вот этом языке жестов, могут не носить маску. А также люди, которые входят в сильный стресс от ношения маски. У людей, у которых проблема с коммуникацией, ну, это, видимо, люди, вот, которые, может быть, произносят как-то звуки тяжело, или они не могут что-то вот произнести, ну, вот что-то такое вот. А также любые вот проблемы со здоровьем, которые имеют эффект на дыхание, то есть людям, которым тяжело дышать, вот так скажем. Вот такие ограничения, правило, что вот эти все люди, которые я зачитала, это можно найти в интернете на сайте государственном gov.uk, так называемый сайт, где публикуются все новые законы, какие-то, что они там вводят. И они предлагают, на этом же сайте можно скачать такой как листочек, его можно под ламинат заправить, и ты можешь его показывать. Можно большой скачать, можно приобрести вот такой вот бейджик, который вешается на шею, но это все не обязательно, потому что там написано, что вот этот все бейджики или там то, что можно распечатать, это если ты хочешь. В принципе, тоже не обязательно, можешь ходить без всего этого, заходя в магазин, да, то есть если у тебя проблемы со здоровьем, ты не обязательно должен вот это все получать. Можешь и просто без маски ходить, но просто удобнее, чтобы тебя на входе не спрашивали постоянно. Вот просто повесил этот бейджик, если у тебя проблемы со здоровьем, и ты не можешь носить маску, и все. Вот, ответила на ваш вопрос, потому что не один человек, много сразу людей спросили, я вот ответила. Не знаю, как в других странах, но мне кажется, в Британии сделано очень щадяще, потому что действительно есть много людей, на которых ношение маски очень сильно влияет на физическом уровне, на ментальном, психологическом уровне, и им дана возможность не носить
маску во избежание как бы порчи их здоровья. Вот так вот. Вот такие вот дела, вот такие вот новости. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Ставьте лайки, задавайте вопросы и увидимся в следующем видео. Всем пока и до новых встреч. С вами была Надежда.